А кто Берлин-то взял штурмом? Американцы, что ли? Англичане или французы? Красная армия. Подзабыли? Хорошо, что он не сказал, что только русские захватили Берлин, а ограничился названием партии кяферов под названием «Красная армия». Но он не упомянул ни одного мусульманского государства, народы которых намного превышали народ русский, и которые немало вклали усилия в этой победе. Конечно же, победа мусульман, а слава досталась кяферам, которые даже не хотят упомянуть вас, мусульман. В следующий раз, мусульмане, когда идете сражаться, подумайте, на чьем пути вы идете умирать. И какой-то Васька окроновал победителя чуркой, а славу забрал себе. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Забирай своих чурок. Слышь ты, майор, я как погляжу, ты нехило кормишься с них. Так ты давай поуважительнее как-то прокормиться-то. А то чурки. Да ты их не сажать, ты им памятник поставить должен. А ну-ка, взял свое бабло и мухай отсюда, пока я тебя вместе с своими Слушай, майор, может, ты не в курсе, но когда во время войны к ним в эвакуацию, таких, как твоя бабушка или моя мама, тысячами привозили, так они, чурки эти, сами на голой земле спали. А единственный топчан с единственной простыней русским бабам и их деткам отдавали. Так что мы с ними, с чурками этими, сначала войну выиграли, а потом Россию восстановили. Понял? И рот вымой и не открывай, а то воняет.